Ну-ка, как там еще там? Ногти постригала? Да, нет, ну, покажи. За усенец. Ну, покажи, как. Ногти? Ну, я могу на руках, здесь уже он все обстриг. Я издалека увидел тут, не успел подойти. У него заусенец это, а вообще я вот-вот подстригаю ногти, то есть я вот ложу ему сюда и подстригаю ему. Вот. А там ничего нету, зачем стрижешь так близко-то? Нет, у него очень большие ногти, видите это какие? Это небольшие. Ну посмотрите какие. Нормальные ногти, может что-то угодно развязать и вошь убить. А, и вошь убить. Не надо так близко, не надо, они болеть будут у него потом пальцы. Чуть-чуть тогда. А все равно будешь стричь. На. У меня один он есть, чуть не говорится, просто до крови все. Почему? А мать ему сказала, а мать учительница. У человека должна быть бровка. Вот, взял ее, раз. Как только больше, говорит, там миллиметра сколько, можно... Так, ну, ну все, ладно. Мой ноги, я пошла. А, пошла. Да, я, у меня там... Ну, вот сегодня две поленницы тут уложили. Вот они какие. Ну, какие они. Ну, 1,5 метра. Это вот из новых дров. Это на следующую. А это из старых. Вторая поленница, она не окончена. Кончили дрова эти. Вот так. Все подмели тут без нас. Ребята побежали. Роман позвонил. Часа на 1,5 подготовить. Ездил, заказывал брус. Вылку строить. Вот так.